Город будущего появится внутри уральской столицы. Сегодня компания ОГМК презентовала проект «Екатеринбург-Сити». Первый небоскреб и сеть уже скоро примет жильцов. Ксения Момот с подробностями. Презентация на высоте. Сейчас строительство башни и сеть находится на отметке 209 метров. Она уже переросла в Высоцкий на 21 метр. Башня и сеть будет жилой. Запланировано 220 квартир. Почти мгновенный доступ в апартаменты обеспечат скоростные лифты. До 52 этажа они могут доставить за полминуты. На вот этом этаже, это уже практически финишные этажи, основные несущие колонны, они размер их 800 на 800. А в нижней части, на стартовых, так скажем, этажах, размер этой колонны достигает 2 метров. Этот объект построен не на век, а на века. Небоскреб будет сдан в следующем году. Апартаменты представят в трех стилях – классика, модерн и хай-тек. Но даже классическая квартира будет оснащена самой современной техникой. Следить за температурой в помещении, включить сигнализацию или даже устранить протечку можно будет с собственной панели управления или через интернет. Хотя и от уже проверенных методов климат-контроля здесь решили не отказываться. Несмотря на то, что фасады здания закрыты сплошными стеклопакетами, проектировщики продумали, как жильцам получить доступ к свежему воздуху. Специально для них в стене установили небольшие форточки. Башни и сеть – это первый небоскреб высотного проекта «Екатеринбург-Сити». Рядом появится еще 6 высоток. Можно сказать, на подходе младший брат и сети – башни Демидов. Ее сдадут к середине 2015 года. Здание – офисный центр. На первых этажах у нас лобби-бар, зона ресепшн. Зона лобби показана, видно. А остальные этажи – это офисы. Порядка 250 офисных помещений. Офисы площадью от 50 до 230 квадратных метров. Екатеринбург-Сити – проект долгосрочный. Им занимаются немецкие проектировщики. Они признаются, воплощение в жизнь столь амбициозных замыслов может занять 20 лет. О проекте архитекторы рассказывают на форуме небоскребов. 4 основные функции, которые там будут существовать, это офисные, культурные, собственно, торговые и жилые части, которые влекут с собой всегда, естественно, влекут с собой сопутствующие функции. Вот так как они не должны быть отделены в пространстве, мы их должны смешать. При этом здания, представляющие историческую ценность, которые находятся на месте будущих небоскребов, будут сохранены. В перспективе там могут появиться уютные кафе, выставочные площадки или музеи. Ксения Момот и Павел Гущин. События. ОТВ.